Так, рецепт сегодня у меня такой, как всегда, что придумаю, то и готовлю. У меня грибы портабелла лежат 3 дня уже в холодильнике. Я все забываю, говорю, надо что-то сделать. Вот этот стейк я приготовила, чтобы пожарить как стейк, но передумала, потому что надо что-то сделать с грибами. И вот у меня половинка савойской капусты. Я решила сделать капусту, грибы, вот говядину. У меня одна морковка. Лук есть разный, но вот эта луковичка была уже надрезана. Я никогда с голубым луком сиреневым не готовила. Обычно он для салата. Ну, попробую положу в капусту. Хуже-то не будет, правильно? И, может быть, положу пару помидорок или томатную пасту. Посмотрю. Сейчас все нашинкую и буду готовить. Так, обжарила лук-морковь, вот так крупно я порезала. Порезала стейк. Здесь вот эту ручку с такими большими кусочками. Сейчас я его обжарю и выну, потому что он жарится очень быстро, иначе он будет жесткий. Такое мясо, которое долго нельзя готовить. А сюда грибы портабелла. И вот насыпала у меня такой микс смешанной травы. Посолила. Так, сейчас мармалей несколько вынимаю. И добавлю капусту сюда. Нашинкованную капусту прям высыпала на вот на грибы с морковкой и с луком. И сверху у меня было вот немножко замороженного сельдерея, тоже положила. Все, сейчас перемешаю, добавлю горяченькой водички, накрою крышечкой, у меня будет все это тушиться. Грибы попробовала, такая вкуснятина, конечно, портабелла эти. Объедение. Да, может, томатику какую-то. Может, я сейчас несколько помидорчик. У меня вообще замороженный есть томат. Сейчас немножко положу. Кислинки надо, кислинка. Или лимончик выдавлю. Я сейчас лимончик выдавлю. Вот и все. Вот тебе кислинка будет. В капустку я добавила острый перец. Соус сейчас покажу какой. И вот, когда она почти готова, я вернула сюда мясо. То, что мясо это очень быстро готовится. Стейки. Добавила немножечко, ну, может быть, 2 чайные ложки сахарного песка. Добавила томатную пасту. Еще подсолить нужно. Сейчас подсолю. Ну, что-то не хватает. Здесь вот у меня соль с чесноком. Может быть, обычной. Сейчас. И обычной соли. Знаете, было время, я вообще ел все не соленое. Привыкаешь. А теперь вот начала опять есть с солью и ем с солью. Ну, еще сейчас минуточку, я не знаю, чуть-чуть потушится. Кипяточкой выключу. Так, капустка моя готова. Сейчас я попробую, я на балкончик вышла. Настирала все, навешала. День сегодня у нас вообще сказочный, сказочный теплый день вообще. Небо синее, не облачко. Собаки лают. Так, а у меня здесь капуста.
капуста со вкусными грибами и мясом. Так, это я сегодня купила кусок вот такой рыбы. Господи, забыл, как она называется. 600 грамм здесь. И хочу сделать тайской карри из рыбы. Так, для тайского карри у меня есть вот такая yellow-желтая паста карри. Здесь рецепт написан, что нужно нам. Но я немножечко его изменю. Здесь рецепт написан для курочки, а я буду готовить рыбку. Курица и рыба готовится быстро. Еще положу картошку. Нам нужен рыбный соус, кокосовое молоко. И здесь у меня... конечно, нам нужно... Помните, вот я готовила и заморозила вот здесь... Лемонграсс, лимонная трава она называется, и листья лайма. Но это специальные листья лайма, это не те, что листья лайма, что вот у нас на дереве растут. Так, помидорки у меня есть, я, может быть, положу помидорочку одну, и здесь у меня замороженный кориандр. Вообще надо свежий, но пойдет замороженный. Ой, у меня нет этого... У меня нет имбиря свежего. Ну, посмотрим, что получится без имбиря, без свежего. Так, готовим рыбу в желтом карри соусом. У меня вот такая паста. Так, что нам нужно сделать? Так, рыбу. Покажу. Вот у меня рыба. Здесь 400 грамм. Я ее побрызгала, припорошила сухим имбирем, но этого в рецепте нет. Я не знаю, зачем я это делала. Так, у меня, у меня листья лайма, каф лайм. Это не тот лайм, который растет у меня в саду, это специальные листья для карри. У меня 400 грамм такая банка кокосового молока. Здесь у меня 100 грамм воды, 3 столовые ложки рыбного соуса и 2 столовые ложки сахарного песка. Так, инструкция. Инструкция. Пожарить половину вот этой баночки пасты с 2 столовыми ложками растительного масла. Потом добавить 200 грамм кокосового молока, 5 минут пожарить, когда и добавить 400 грамм, ну, здесь курица, а у нас рыбка будет. 2 минутки приготовить, добавить оставшееся молоко и 100 грамм воды, 3 столовые ложки рыбного соуса, 2 столовые ложки сахара, и все это должно закипеть. Потом здесь они рекомендуют добавить 200 грамм синеньких и готовить до полной готовности. Но при желании можем добавить перчик. Синеньких у меня нет, мне синенькие не нужны. Я немножечко видоизменяю. Я здесь варю рис и порезала одну картошечку, потому что Марк картошку тоже любит. И рис он любит. Рис он любит больше. Но я картошечку пущу в само карри, потом с рыбкой. Она у меня здесь сготовится. Будет все вкусно. Так, поджарили пасту, добавили половину баночки кокосового молока. 5 минут нам это надо потушить, чтобы получилась такая паста. Потом мы добавим рыбку, а потом добавим оставшееся молоко и вот эту жидкость. Все понятно. Так, у нас становится такой густеет. Так, а здесь рис и одна картошечка я варю.
Так, рис почти готов, а картошечку надо попробовать. Ну, картошечка тоже почти готова. Пока даже эти листики. Ну, еще пару минуток. Соус такой хороший, загустевает. Добавляем сюда рыбу. Видите, маслица выделилась у нас, значит, все правильно мы делаем. Теперь на сильном огне. Огонь какой у нас? Так, на сильном огне добавляем сюда рыбку. Две минуты они нам рекомендуют обжаривать рыбу в этом соусе. У нас было в стаканчике всю жидкость и оставшееся кокосовое молоко. Теперь у нас много получилось жидкости. Сейчас она должна закипеть. И в самом конце мы кладем листья. Картошечку из риса переложу вот в рыбку. Это не по рецепту, это я так сама придумала. Сейчас она здесь дойдет. И она вкус придаст. Рис готовый. Много я листьев, мне кажется, два хватит. Вообще не сказали столовую ложку. Ну, столовую ложку вот пусть тогда. Очень красиво. Так, ну все готово. Вот у нас здесь рыба, рис. Марк рис любит. Well, if you want more, you add later. Yeah, because it's so. Got potatoes here. So yeah. You pick. Choose and pick. Oh, you got left hand, which is good. Looks good. Is there fish in there? Yeah. Oh, yeah. Fish and big quarters, that's potato. Mm-hmm. Probably this one can be a little bit
Leave it, a big piece. I'll take that one small one, that fish. Is that potato? That's fish. That potato. That one. A bit more. Я just смотрю, чтобы жестковато она не была. Okay. I think maybe a little bit more rice and juice, more juice though. You think? More rice, a little bit more rice. There we go. Give that a shot. Looks good. It's not a takeaway, that's proper one. Sprayed.